Давайте, может, запустим такую фишку в русскоязычном интернете, хотя бы среди фитнес-блогеров. Как вы думаете, если вы или кто-то отпишется, если все отпишутся от всех блогеров, кто будет продолжать снимать ролики? Я представляю, сколько будет негатива сейчас от других блогеров в мой адрес. Но я готов, друзья. Давайте, отписывайтесь от всех блогеров. Вообще, абсолютно от всех. Пусть у всех будет 0 подписчиков. Да, это ударит по финансовому кошельку многих, потому что многие этим зарабатывают. Но тогда вы увидите, кто действительно делает что-то для вас, а кто-то пытается на вас заработать. Я готов, друзья. Если пойдет такая тенденция, если русскоязычный интернет, YouTube поддержит это все, это будет очень хорошим и качественным экспериментом, согласитесь. Ну ладно, я, наверное, уже утомил вас. Будем заканчивать. Надеюсь, вам интересны мои прямые включения. Мне всегда интересно общаться с вами. Передавайте привет всем своим друзьям. Я передаю привет хейтерам, передаю привет Тане с Димой и всем моим троллям, потому что читать их всегда весело и смешно. Всем пока, друзья, позитива, увидимся в тренажерном зале.